уже опять на своей машине. Но куда мы едем, вы узнаете позже. Сейчас мы уже едем в путешествие. Мы выезжаем вечером после работы. И пока мы в городе Баку, вот наш один из центральных проспектов, дом правительства, мы выезжаем к вечеру. Пока держим путь на границу с Грузией. А там посмотрим. Поставьте лайк. Прошли границу сейчас и оказались уже в Грузии, в Батуми. Границу мы прошли не совсем сейчас, это было уже несколько часов назад. Граница Красный мост нас немножко разочаровала, потому что нам пришлось там... Мне кажется, это не немножко, это немножко. Пропустить целых 80 машин. Ну не то чтобы пропустить, перед это нами очень, они были. Очередь, да. И... Это не заняло считаю, где-то часа три. Не считая тех, кто без очереди залезал. В общем, только в 5:00 утра мы перешли грузино-азербайджанскую границу. Всю ночь мы ехали, спали в машине. Один шофер не спал. Сейчас где-то утро. Я тоже не спала. Сейчас и где-то мы... утро. Сейчас, да, 10:30 утра. Мы находимся на... подъездах к городу Батуми, недалеко от города Батуми, где-то, наверное, 70 км, да, Стас? Да. И там мы предполагаем позавтракать. А как называется? Чоколад, кафе, рум, как? Да, что-то вроде. Чоколад, ну, кафе. Посмотрим. Учимся в Батуми. Это теплый. Вот оно море. Черное море. Кстати, почти на всем побережье Черного моря. Грузии, во всяком случае, галечные пляжи. Но в прошлый раз мы нашли песочный. Мы привыкли на Каспии к песочным пляжам и искали здесь тоже. Как это местность? Местность называлась Магнетити. Или Магнети? Магнетити. Там необычный песок. Он такой темного черного цвета и имеет магнитные свойства. Говорят, очень полезный. А здесь нет, в Батуми галечный пляж.
уже внутри Батуми. Батуми? Девчонки. Девчонки запарились. Тут люди ходят с коротким рукавом. На бретельку, потому что... А мы в свитере с майками. Приехали. Теплая куртка. И мы ищем кафе для завтрака. Мы уже со вчерашнего дня ничего не ели. Верните направо на улице Мимида Абашидзе. Затем продолжайте движение 180 метров, и вы прибудете... Смотрите, девочки, какие красивые здания. А куда мы едем? Мы едем, что ли, в кафе шоколад? Мы едем в кафе шоколад. Это та самая улица, да? Которая нам нужна. Ну давай остановимся, прогуляемся, тем более. Красиво. Привет, девчонки. Мы вышли из машины. Тепло. Будем искать кафешку для завтрака. Смотрите, я статую нашла. И такой дом интересный. Мы приехали в одно кафе, и смотрите, какое здесь оформление. Тут еще есть свет в виде чашек. Да, спасибо. И там тарелки висят. Он такой небольшой. Называется? Шоколад. Нарчи. И подушки приводите. Сейчас еще там есть вилки, ложки в виде вешалки. А что? Сюда кто-то вот это повесил. И тарелочки. Тут даже есть такие картины из Скотта. Это полностью из Скотта. Да, еще нам привезли. Оладья. Сердечко. Что это понравилось? Что это?